снегопадения в летний период. Наша набережная, что с той стороны, что с этой стороны, является как бы, ну, местом, где вечером гуляют, по ночам сидят, выпивают. Урны по набережной Леонова хорошо, хорошие урны поставили с интервалом, наверное, там 50 метров. Вот. Но проблема в другом, что после, так скажем, радостных там сидений, посиделок вечером, не все наши граждане настолько воспитаны, чтобы донести за собой мусор до той урны, которая стоит внизу. У нас, если вы помните, наверное, давным-давно был опыт постановки контейнеров, обычных контейнеров, на самой набережной, хотя бы на летний период. Там, я думаю, что поставить меньше будет мусора, меньше будет грязи.